проблема. И самое ужасное в том, что я вообще нормально себя чувствую, но мой голос, он другого мнения. Самой. И естественно, что писать в таком состоянии, видимо, я просто не могу. Поэтому записываю сейчас просто так. Я надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием. У меня готовится итоговый обзор на контраст. И я вам обещаю, что это будет эпично, это будет здорово, это будет, как всегда, классно. Всем спасибо за то, что уделили этому ролику время. Я вас очень сильно люблю, и я очень хочу, чтобы вы меня поняли, и очень хочу, чтобы вы меня ждали. Потому что я буду ждать встречи с вами.